Барановичах полным ходом идет вакцинация против гриппа взрослых и детей. Как сообщают в городской детской поликлинике, уже привито около 40% детей от ожидаемого числа. Процесс вакцинации планируется завершить в ноябре. Главный православный храм Барановичей встречает 85-летие. Уникальное архитектурное сооружение и центр духовности – все это Свято-Покровский собор. Как помочь тому, кто находится в состоянии депрессии? В интервью врача-психотерапевта Юлия Артюх. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». В нашем городе полным ходом идет вакцинация против гриппа взрослых и детей. Как сообщают в городской детской поликлинике, уже привито около 40% детей от ожидаемого числа. Процесс вакцинации планируется завершить в ноябре. Подробнее об этом в первом материале выпуска. Медики не устают повторять, что грипп – это не просто сильная простуда. Он чрезвычайно заразен и может передаваться от человека к человеку не только воздушно-капельным путем, но и через любые зараженные поверхности – дверные ручки, выключатели и другие предметы. При этом даже легкие случаи гриппа сопровождаются массой неприятных симптомов, не говоря уже о тех, когда заболевание приводит к осложнениям, в том числе бронхиту и пневмонии. Вот почему в последние годы столько внимания медики уделяют профилактике гриппа, призывая население сделать прививку. Особенно это касается самых уязвимых групп населения, среди которых дети. В настоящее время вакцинация проводится российской вакциной гриппол, которая хорошо зарекомендовала, работаем уже не ей уже второй год. Хочется отметить, что грипп – это единственное респираторное заболевание, которое можно предупредить, профилактировав, получив прививку, скажем так. Значит, гриппол – хорошая вакцина, и хочется отметить ее положительные моменты. Во-первых, эта вакцина повторно сертифицирована Республикой Беларусь. Во-вторых, она содержит те штаммы, которые наиболее часто циркулировали в том году, и прогнозируемые показатели на этот год. И в-третьих, это вакцина, которая содержит современный иммуномодулятор. Прививку против гриппа можно делать деткам, начиная с 6-месячного возраста. Малышей до 3 лет прививают во всех детских медучреждениях города. Дети постарше, как правило, проходят вакцинацию в детских садах и школах. При этом делаются такие прививки бесплатно, из согласия родителей. И, как отмечают медики, чаще всего те, кто делал прививку в прошлом году, делают ее и в этом, потому что на собственном опыте увидели ее эффективность. Тот контингент, который был привит, он прививается в этом году. То есть мамы уже, родители оценили эту вакцинацию и видят результат в этом. И еще радует факт того, что, например, мною, педиатрами, те дети, которые были привиты в том году, отслежены в плане заболевания того года. И эти дети практически не болели. После проведения прививки иммунитет у ребенка вырабатывается через 2-4 недели и защищает его от гриппа на протяжении года. Напомним, что вакцинация в нашем городе будет проводиться до ноября. Уважаемые телезрители, 15 октября с 9 до 12 часов заместитель председателя Барановичского районного исполнительного комитета Денис Геннадьевич Горновский проведет прямую линию. Волнующие вопросы можно задать по телефону 41 38 31. Главный православный храм Барановичей встречает 85-летие. В 1931 году по улице Куйбышева произошло торжественное освящение этой православной церкви. Свято-Покровский собор имеет статус национального достояния. В 1953 году он был признан памятником архитектуры Беларуси. А для верующих это святое место, где каждый ищет себе защиту. История Барановичского Свято-Покровского собора начинается в 1921 году. Тогда в городе по неизвестной причине сгорел приходской храм. Было принято решение о возведении нового каменного храма, торжественно освященного в 1931 году. История строительства храма имеет печальное начало. 19 апреля 1921 года, на первый день Пасхи, по загадочным причинам, невыясненным причинам, сгорел деревянный храм, который находился вот на этом месте. И буквально на завтра было принято решение возобновить храм на этом же месте, построить новый храм. Первоначально предполагалось и был изготовлен проект строительства деревянного храма, но
Новогрудское воеводство, к которому относилось тогда Барановичи, очень долго не утверждало этот проект деревянного храма, и было решено строительным комитетом, который возглавлял сенатор Назаревский, протоиерей входил в состав строительного комитета, протоиерей Павел Мацкевич, первый настоятель этого храма, и староста Яроцкий. Было решено заняться проектированием каменного храма. И вот некто Николай Оболонский, архитектор из Варшавы, он создал проект этого храма, который был утвержден летом 1924 года. 6 августа уже этого же года состоялась закладка Свято-Покровского храма, который совершил епископ Александр, иноземцев фамилия его. Собор был построен в стиле неоклассицизма, а его ярким украшением стали 7 мозаичных панно, которые были привезены из разрушенного в Варшаве православного собора Александра Невского. Собор в центре Варшавы, тогда на Саксонской площади, ныне это площадь Пилсудского, насчитывал, по некоторым сведениям, около 10 тысяч предметов искусства, претендовавших на мировую ценность. Параллельно, как там разрушался Александр Невский храм, здесь продолжалось строительство. Несколько раз по благословению главы православной церкви в Польше сюда доставлены были многие предметы церковной утвари. 3 вагона было, но тоже, к сожалению, большому склад, который был сооружен временный для хранения этих вот вещей всех, тоже был совершен поджог и сгорело. Уцелели только мозаики, которые находились в другом помещении. Мозаики были выполнены в петербургских мастерских Фролова по эскизам известных мастеров Васнецова, Бруни, Кошелева и принадлежат к лучшему, что было создано в мире в мозаичном искусстве начала 20 века. Мозаика, которая находится в Барановичском храме, имеет свыше 20 тысяч оттенков смальты. Слой стекла покрывался сусальным золотом и сверху налагался еще один слой стекла. Это, конечно, великая милость Божия, потому что мозаичные панно, которые изготавливают для Варшавского храма, они имеют уникальную ценность и являются, по мнению многих специалистов, прекрасными произведениями, несравненными произведениями именно в мозаичном искусстве. Руководил этими работами, изготавливал, вернее, мозаики Фролов, петербургский, вот частная мастерская, которая занималась мозаиками. А авторами вот мозаик, которые сейчас сохранились у нас, являются такие известные русские художники Васнецов, Кошелев, Думитрашко, Харламов. Особенно Харламов. К сожалению, не уцелела ни одна мозаика. Вот в нашем храме нет мозаики Харламова. Именно он руководил вот этими мозаичными работами для того храма. Несмотря на то, что при освобождении Барановичей в 1944 году около 80% зданий было разрушено, собор пережил Отечественную войну и уцелел, одиноко возвышаясь над руинами. С 1931 года, 85 лет, в храме никогда не прекращалась служба. 14 октября храм встретит свой престольный праздник. Это престольный праздник, каждый храм посвящается или святым угодникам Божьим, или Божией Матери, Его и Ее Пречистому имени. И, конечно, мы прежде всего с благодарностью будем совершать эту службу, что мы, Господь сподобил нас встречать вот в таком хорошей обстановке вот этот юбилей. Потому что каждый престольный праздник – это по церковному такому мнению людей, верующих, это вторая Пасха. Конечно, будет совершаться торжественное богослужение, которое возглавит правящий архиерей Пинской епархии, владыка Стефан, архиепископ Пинский и Лунинецкий. Приглашаем на богослужение 14 октября, Покров Пресвятой Богородицы, престольный праздник нашего храма. Сегодня Барановичский Свято-Покровский собор входит в число памятников архитектуры Республики Беларусь, а для верующих это святое место, где каждый ищет себе защиту, свое спасение.
Специальный комплекс мероприятий «Нелегал» завершился в Беларуси. В ходе него сотрудники Барановичского отдела внутренних дел на транспорте сопроводили 11 поездов, следующих до украинской станции Горынь. В результате проверок к административной ответственности за нарушение сроков пребывания в Беларуси привлечено 5 человек. Все они граждане Украины. Сейчас фактов несоблюдения норм миграционного законодательства становится все меньше. В прошлом году их было зафиксировано порядка 60. Депрессия все чаще становится проблемой в современном обществе. Проблемы с психическим здоровьем, душевным состоянием – неизбежные издержки века прогресса. Взаимосвязь нашего физического и психического здоровья давно доказана. Как достичь гармонии между этими составляющими нашей жизни? Как помочь тому, кто находится в состоянии депрессии? В интервью врача-психотерапевта Юлии Артюх. Следует действовать ряду правил. Одно из первых – это тот момент, что депрессия – это состояние болезненное, поэтому не следует его игнорировать, вышучивать или считать, что это чепуха. Следует также избегать моментов какой-то наигранной веселости, какой-то оживленности такой достаточно, да, каких-то тривиальных подбадриваний использования. Также не стоит советовать взять человека, выкинуть все из головы, да, то есть такие советы тоже неприемлемы в данном случае. Также использовать какое-то количество анекдотов, шуток, если человек сам к этому не стремится, который находится в состоянии депрессии. Также следует отметить момент того, что люди в этом состоянии, у них снижено чувство юмора, и, соответственно, любое, даже для вас нейтральное юмористическое высказывание будет восприниматься ими как насмешка либо упрек. Также следует отметить то, что причиной депрессии не является слабость воли человека, и опять же советовать «возьми себя в руки» не является подходящим, так как при пробовании, и ведь на самом деле настроение не прогонишь или не улучшишь только силой воли, поэтому это только вызывает у них дополнительное чувство вины и никчемности. Также следует демонстрировать понимание, чуткость, сочувствие таким людям, но опять же, стоит разделять ваши чувства и чувства этого человека, так как рядом с ним должен находиться человек более уверенный в себе, спокойный и ровный. Чем он более спокоен, тем лучше. Ну, пример приведу. Человек упал в колодец. Для него важнее человек, который будет находиться снаружи колодца, или тот, кто внутри. Ну, то есть, естественно, снаружи может его вытащить. Ну, так и здесь, то эмоциональное состояние. Далее, что хочется отметить. Не стоит раздражаться и прекращать общение с такими людьми. Да, действительно, это сложно, это неблагодарное дело, но наберитесь терпения, и вы увидите какой-то результат в дальнейшем. Также стоит помнить момент того, что с человеком нужно находиться больше всего времени, не оставлять его одного, и даже вовлекать его в какие-то полезную деятельность, какую-то полезную деятельность, да, это тоже будет важно, и даже подстегивать и поддерживать его успехи, говоря, что ты справишься, и у тебя все получится, но при этом не вспоминать о его прошлых победах каких-то, да, и успехах. К новостям спорта. Барановичские спортсменки отличились на Кубке Республики Беларусь по художественной гимнастике. Бывшие воспитанницы из Дюшор номер 3, которые сейчас тренируются в Минске, завоевали призовые места. Так, Маргарита Авадинская завоевала первое место в многоборье по программе мастеров спорта 2000 года рождения и третье место в командном зачете. Николь Лешек стала первой в групповом упражнении с булавами. Четвертое и шестое места на Кубке Республики завоевали также ученицы 9-й средней школы. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Впереди реклама и прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания.